Амир Пелас, 5 звезд. Отель находится на побережье в туристическом районе Сканес, к северу от монастыря. Состоит из 6-этажного корпуса и зеленой компактной территории с комплексом фонтанов. Это один из двух отелей, другой Ориент Пелас, тоже 5 звезд, построенный эмиром, членом королевской семьи из Саудовской Аравии. Сам эмир приезжает сюда со своей свитой раз в год на 3-4 дня, что, впрочем, никак не отражается на отдыхе других постояльцев. Последняя реновация была проведена в 2008 году. Всего в отеле 369 номеров. Амир Пелас предлагает питание по системам полупансион и все включено. Это завтрак, поздний завтрак, ужин, шведский стол. Закуски в пиццерии, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. Импортные алкогольные напитки будут за дополнительную плату. В отеле есть много баров и ресторанов. Есть рестораны а-ля карт по предварительной резервации платно. С международной кухней, тунисской, итальянской. Также есть бары. Лобби-бар, бар у бассейна и диско-бар. А сейчас давайте посмотрим с вами основной ресторан. Он рассчитан на 640 человек, крытый с кондиционером. Работает с 6 утра до 9:30 вечера. А сейчас мы с вами можем посмотреть номер. В нем обязательно должна быть ванная, душ, халат, фен, индивидуальный кондиционер, телевизор, телефон, сейф, мини-бар за дополнительную плату, балкон или терраса, дополнительная кровать, уборка в номере и смена постельного белья ежедневно. Сервис в номере, если он вам нужен, будет 24 часа в сутки, но платно. На территории отеля есть два открытых бассейна, один из них детский, и один крытый с подогревом. Около бассейна и на пляже зонтики, лежаки и матрасы бесплатно, а пляжные полотенца под залог. Для детей есть открытый бассейн, оборудованная детская площадка, мини-клуб, высокие стулья в ресторане. Из спортивных развлечений есть акваэробика, аэробика, пляжный футбол и волейбол, а также стрельба из лука, мини-гольф, дартс, настольный теннис, а также большой теннис. Фитнес-центр бесплатно.